Совсем немного времени остается до памятной даты – 75-летнего юбилея Великой Победы. Накануне этого важного события в Славянском районе было решено провести флешмоб «Вперед к победе». Об этом в нашем следующем репортаже. День Победы в нашей стране – это особый праздник, к которому причастны люди всех поколений от мала до велика. И потому далеко не случайно большое внимание славянцев и представителей других районов Кубани к флешмобу «Вперед к победе», который проводится Славянским городским домом культуры имени Николая Бондаренко. 1 апреля мы объявили о том, что стартует флешмоб «Вперед к победе». Вот. И объявили о том, что мы ждем всех участников от мала до велика, все, кто хотят рассказать о подвигах своих родных, посвятить стихотворение, исполнить песню, вспомнить все, что было связано с Великой Отечественной войной. На данный момент у нас более 40 участников. Там есть и наши коллективы, но в основном это ребята или взрослое поколение, которые к ГДК именно к коллективам отношения не имеют. Нам удалось привлечь людей, которым это интересно. Люди, неравнодушные к творчеству, в условиях карантина получили возможности, чтобы проявить себя. А это так много дает для поднятия настроения в наше непростое время. Более 5000 просмотров материалов этого флешмоба – убедительное свидетельство неутихающего интереса к теме и мероприятию. Победители будут все. Все, кто принял участие, не остался равнодушным. И вот этот флешмоб «Вперед к победе», он был первым в самоизоляции и таким вот большим толчком того, что работать удаленно можно. Мы с этим справляемся, мы публикуем все видео. Флешмоб продлится до 9 мая 2020 года. Для участия в акции каждый желающий может прочитать стихотворение, исполнить песню, посвященную Великой Отечественной войне, или музыкальное произведение, и поместить видеозапись своего выступления в социальной сети Instagram, отметив ГДК «Слав», либо прислать директ организаторов. Принимаются работы и по номеру 8-918-66-95-903 в мессенджере WhatsApp. Возможно, не только читать стихи и петь песни, вполне можно нарисовать рисунок, сделать поделку, рассказать таким образом о том, что сближает вас с Великой Победой. Патриотический флешмоб – прекрасная возможность выразить свои мысли, чувства, проявить таланты и поделиться всем этим с земляками. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».